Казахстанские биатлонисты выиграли золото и серебро в смешанной эстафете на Азиаде в японском Саппоро. Тренерский штаб сборной выставил на эту гонку сразу два состава. Золото выиграла первая команда, за которую выступили Галина Вишневская, Дарья Усанова, Ян Савицкий и Максим Браун. Серебро отвоевали Алина Райкова, Анна Кистанова, Василий Подкорытов и Антон Пантов. Бронза у Японии. Таким образом, в копилке нашей республики 6 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых медалей.